Котельная номер 7. Объект крайне важный, питает больничный городок. После проведенной здесь 2 года назад замены оборудования, сбоев в работе нет вообще. Сегодня котельная стоит на плановом ремонте. Работы уже почти закончены. Котельная полностью готова к отопительному сезону, за исключением, сейчас манометр поставим, и все будет, 100%. Проведено ДО котлов, потом замена оборудования, замена задвижек. То есть котельная полностью подготовлена к отопительному сезону. Вообще подготовку к зиме в Сочи Теплоэнерго начинают задолго до начала холодов. На сегодняшний день плановый ремонт уже прошли 52 котельных из 68. Работы ведутся и на тепловых сетях. Из 345 километров сетей в настоящее время подготовлено 278, что составляет также порядка 78%. К замене запланировано 2,2 километра ветхих сетей. В настоящее время выполнено 1,4 километра. Плановый ремонт – это только часть работы. Усилен и контроль за расходом топливно-энергетических ресурсов путем модернизации. Так, в 8-й котельной пусконаладки ждет вот этот водогрейный котел. Он будет запущен после заключения технадзора. Это новейшее оборудование, которое превосходит свои аналоги по всем показателям. Новый котел установили в рамках программы повышения качества теплоснабжения и экономии энергоресурсов. В этом году нами смонтирован новый водогрейный котел с горелкой производства Италия, значит, с высоким КПД, значит, что позволяет, значит, нам позволит нам сэкономить газ. Такое же полностью автоматизированное и энергоэффективное оборудование установлено еще сразу в нескольких котельных. Благодаря этому с начала года уже удалось сократить расход топливно-энергетических ресурсов в 3,5 раза. Готовить к зиме начали и многоквартирные дома. Всего в городе таких, которые обслуживает Сочи Теплоэнерго, порядка 1700. Управляющие компании в многоэтажках уже начали промывку и опрессовку теплосистем. Все работы должны завершить к середине сентября. Качество оценят специальные комиссии. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.